Проходят годы, но остается в памяти трагедия, которая изменила судьбы миллионов людей. И чтобы завтра не повторилась эта беда, мы должны помнить о ней сегодня. 8 мая зажгли вечный огонь у памятника погибшим воинам и партизанам в центре Сморгони. Именно в этот день, в далеком 1945 году, фашистская страна признала себя побежденной. В Берлине был подписан акт безоговорочной капитуляции Германии. Вечный огонь – олицетворение сложной победы, гордости за предков, так доблестно сражавших за свое отечество. Это память о павших невинных душах, о его пламени будто бы исходит грусть, но в то же время и торжественность. И сегодня зажжен вечный огонь в память о погибших солдатах. Вечный огонь – символ победы, мужества, героизма. Пока будет гореть пламя, не угаснет память о великом подвиге нашего народа.